Всем привет, Александр из Зеленограда, Москва. Я пришел с суточного дежурства на скорой помощи. Там детским врачом работаю. Интересный вызов был. Повод к вызову был отравление противозачаточными таблетками. Ребенок 4 года, почти 4 года, выпил 28 таблеток противозачаточного препарата, называется Диана 35. К нашему приезду папа уже залил в ребенка около 3 стаканов воды и нажал на корень языка. Содержимое желудка все вышло. Мы посмотрели ребенка. Ребенок очень сильно ругался на свою маму за то, что она не спрятала свои таблетки. Там дрожжи такие кругленькие, похожие на икру. И он их все их употребил. Разжевывал, они, видимо, там щелкают, когда их раскусываешь. Позвонили мы детскому токсикологу, проконсультировались. Токсикологический центр в Москве находится в Филатовской детской больнице, номер ее 13, метро Маяковская. И детский токсиколог сказал, что это употребление этих таблеток безвредно, даже промывать, говорит, не надо, никакого отравляющего, токсического действия они не оказывают. Когда я это сказал папе, папа все равно был взволнован и решил самостоятельно промыть ребенка еще раз при нас. Залили в него еще 3 стакана воды. Потом пошли в ванную комнату, и мы услышали звуки рвоты. Несколько раз папа нажимал на корень языка. Рвота выходила. Ну, выходила уже просто чистая вода. Желудок был пуст. После этого мы еще активированного угля ребеночку дали. Рекомендовали принять через некоторое время антигистаминные препараты от аллергии. И оставили актив на поликлинику. В этот день, сегодня к нему еще придет участковый, посмотрит ребенка. Вот такой интересный случай. Отравление противозачаточными таблетками Диана 35. Если вам понравилось, ставьте лайки, задавайте вопросы. Если вам было интересно, я буду продолжать эту тему. Интересные вызовы после суток буду рассказывать. Все, всем счастливо, пока. Пойду спать.